Привет всем! В этом видео я вам расскажу, как никогда не сливать депозит. Если вы осознаете все то, о чем я вам сейчас скажу, вы никогда не будете сливать депозит. Я вам расскажу об одной очень важной вещи. Почему-то я никогда еще ни в одном из своих видео подробно об этом не говорил. И только благодаря этой вещи вы сливаете депозит. Так что досмотрите это видео до конца, будет очень интересно. Погнали! Итак, что же это за вещь? Ребята, это тильт. Тильт – это эмоциональное состояние, в котором вами контролируют эмоции. Тильт бывает двух видов – отрицательный и положительный. Начнем мы с отрицательного. Что же такое отрицательный тильт? Это когда вы заключили две сделки в минус, начинаете нервничать, потом заключаете еще одну сделку, она опять же у вас заходит в минус, у вас начинают потеть ладони, вы начинаете переживать, меньше анализировать, заключаете пятую сделку, она у вас заходит в минус. Вы хотите все перекрыть, вы нервничаете. Шестая, последняя ступень у вас тоже заходит в минус, и вы сливаете депозит. Все это происходит за час. У всех было такое? Конечно же было. У меня было такое? Конечно же было. Почему вы потеряли депозит? Потому что не остановились. Это все элементарно просто понять. Все это знают, что если бы вы остановились, вы бы не потеряли депозит. Но контролировать это очень сложно. Теперь переходим ко второму виду. Это положительный тильт. И это самый-самый опасный тильт. Потому что после положительного наступает отрицательный, они работают в паре. При положительном тильте вы тоже входите в эмоциональное состояние, такой эйфории, можно сказать, такого куража. Вы заключаете 5 сделок, они все у вас в плюс. Вы чувствуете себя просто богом. Потом заключаете одну в минус, потом еще 5 в плюс. Потом приходите на следующий день, делаете 2 сделки в минус, 7 сделок в плюс. Вы не останавливаетесь, делаете один минус, еще один минус, 8 сделок в плюс, 10 в плюс. Вы листаете статистику, у вас одни плюсы, вы смотрите, у вас все зеленое. И вы думаете, блин, да торговать просто. Да я понимаю этот рынок как свои 5 пальцев. Вот он грааль, вы себе думаете, вот та стратегия, которая действительно работает. Все, моя жизнь не будет прежней, я буду зарабатывать много денег. И тут вы думаете, вам нужно увеличить сумму сделки, чтобы больше заработать. Вы увеличиваете сумму сделки, такой весь уверенный, садитесь торговать. И тут неудачный день. Одна сделка в минус, еще одна в минус, еще одна в минус. Вы думаете, как так? Я же торгую по той же стратегии, но рынку похрен. В этот день все уровни пробиваются, треугольники, не работает, ничего не работает. Вы начинаете нервничать, у вас опять начинают потеть ладони, вы думаете, блин, да эта стратегия работает, не может такого быть. Вот сейчас я точно все перекрою, мне нужно перекрыть. Пятая, шестая, ступень в минус, короче, вы опять сливаете депозит. И вы думаете, блин, какого хрена? Оказывается, все не так просто. Всем знакомо это состояние? Конечно же, всем. Всем знакомо состояние эйфории, когда вы, блин, поднимаете, увеличиваете свой депозит в 5 раз, поднимаете много денег, вы просто, блин, кайфуете. И всем знакомо состояние разочарования, когда ваш депозит 0. И вот всем этим я вас подвожу к тому, чему я вас учу последнее время. Без лимитов, без риск-менеджмента вы никогда не будете стабильно зарабатывать. Поймите это. Ваша палочка-выручалочка – это риск-менеджмент, это грааль, который поможет вам стабильно зарабатывать. Это реально, ребята, работает. Вы должны вести лимиты. И что бы ни случилось, уходить с рынка. Ввели вы себе лимит 2 сделки в день, и все. И вы со спокойной душой торгуете. Вы знаете, 2 сделки в минус или 2 сделки в плюс, неважно, вы все равно уйдете с рынка. А если не хотите уходить, подумайте о нулевом балансе. Подумайте, что вы можете слить. Лучше потихонечку стабильно зарабатывать, чем в один прекрасный момент все потерять. Если для кого-то мало 2 сигнала в день, опять же, это для каждого индивидуально. Сделайте себе 5 сигналов или 6 сигналов. Но сейчас вот очень важная информация. Вам нужно торговать строго по 2 сигнала за одну торговую сессию. Это очень-очень важно. Делайте вы, к примеру, 2 сигнала. Потом вы перезагружаетесь, вы отдыхаете минимум час. Это очень важно. И через час делайте еще 2 сигнала. Потом, например, приходите вечером, через 5 часов, через 6 часов и заключаете еще 2 сигнала. Это очень важно, чтобы перезагружаться. Без этого стабильного заработка не будет. Ребята, это реально работает, это грааль. Перед тем, как мне писать в комментариях, что это все херня, мы это все знаем,
Почему вы этим не пользуетесь? Протестируйте это, введите риск-менеджмент в свою торговлю. Поторгуйте так месяц, вы просто охренеете от результата. Вы потом меня будете благодарить. Давайте прочту комментарий подписчика. Поначалу думал бред. Торгую в день 3-4 сделки с разрывом несколько часов. Просто иногда посматриваю график. Идеальный подход, идеальный. Стал хоть депозиту прирост ощущать. Все гениальное просто. Ребята, это работает. Мне в личку сыпется куча благодарностей. Люди, которые начинают применять риск-менеджмент в свою торговлю, начинают стабильно зарабатывать. В долгосрочной перспективе вы будете в плюсе. Давайте я вам в очередной раз приведу пример еще одного подписчика, который мне писал, что «Тарас, это реально работает, это грань. Две сделки в день – это просто грань. Я прихожу с работы, заключаю две сделки в день, ложусь спать. Прихожу с работы, две сделки в день, ложусь спать. Прихожу с работы, делаю две сделки в минус, но я знаю, что мне нужно идти спать, иду спать, потом на следующий день прихожу, заключаю две сделки в плюс, перекрываю убыток. Это реально работает. Потихонечку начал выходить в плюс, начал зарабатывать, начал выводить деньги». Только получил там 2 дня выходных, слил нахрен весь депозит. Почему так произошло? Человек подумал, вот, что чем больше я буду торговать, если я останусь на выходных, я очень много заработаю. Нет, это так не работает. Чем больше вы будете торговать, тем больше вы будете совершать ошибок. Тем больше у вас будет убыточных сделок. Это же понятно. Просто подумайте логически, какой может быть анализ, если вы сидите за торговлей 10 часов. С каждым часом способность анализировать у вас падает, ребята. Так что теперь я вас буду учить строго риск-менеджменту. Я это буду все показывать на своем примере. Потому что если я вам не буду показывать это на своем примере, какой тогда с этого смысл? Я вам рассказываю одно, а показываю совсем другое. Это и есть тот самый грааль, который вы искали. Просто попробуйте. Вы мне говорите, в твоих видео все одно и то же. Да, я буду повторять, повторять и еще раз повторять, потому что повторение – мать учения. Я уже рассказывал на стриме, как я к этому пришел, давайте еще раз вам расскажу. Я оглядываюсь сейчас назад и понимаю, что только благодаря этому я начал стабильно зарабатывать. Только благодаря риск-менеджменту. Я как бы не осознавал это, но я этим пользовался. Вы же не знаете конкретно, как работает, например, телефонная связь, как вы можете слышать собеседника через 100 километров. Но вы этим пользуетесь. Так и я этим пользовался и только потом пришел к осознанию. Короче, я в один прекрасный день торговал, заключил 3 сделки в плюс или 4, не помню уже. Вижу, у меня классная статистика, у меня все зеленое. Я тогда еще записывал в журнал это все, гелевой зеленой ручкой. Вижу, у меня все красиво, думаю, сейчас будет минус. Зачем мне портить этот день, зачем мне писать в журнале красной ручкой? Я остановлюсь, я и так в плюсе, как же все шикарно. Прихожу я на следующий день, заключаю 1 сделку, и она снова в плюс. Думаю, блин, отлично, записал, все у меня зеленое. Думаю, вот сейчас точно будет минус. Нахрена мне этот минус? Хорошее настроение, все классно. Я лучше остановлюсь, вернусь на следующий день. Прихожу на следующий день, делаю минус, потом еще минус. Вижу, у меня уже 2 поля красных, и себе такой думаю, нет, хватит. Зачем я себе буду вот портить журнал, зачем я буду себе портить настроение? Я подумал, я и так в плюсе, все отлично, я пока в плюсе, зачем мне продолжать, потому что я могу сейчас все слить. Я остановился, сделал паузу, долго я не мог успокоиться, потому что вот как так, закончить день на плохих сделках, у меня вот все внутри вот кипело. Вы знаете, да, это чувство, когда вот вы делаете минусовые сделки и потом вы хотите это все перекрыть. Вот с этим нужно справиться. И как я с этим справлялся, я себе думал, блин, я могу слить весь депозит. И так уже все хорошо. Ну пусть будут эти 2 неудачные сделки. Я приду на следующий день и обязательно перекрою. Прихожу я на следующий день, делаю плюс, еще один плюс, еще один плюс. И я опять в прибыли. И думаю, вот оно, вот это грааль. Если бы я тогда продолжил, возможно бы я слил. Да, может быть я и перекрыл бы. Но я бы мог слить. Зачем мне так рисковать? И вот так я начал к этому приходить. И потом я себе думаю, блин, а можно создать еще несколько аккаунтов и там также торговать по пару сделок на разных аккаунтах. Потому что если на одном аккаунте у меня будет 2 сделки в минус, на следующих аккаунтах я могу выйти в плюс и не так буду переживать. И вот с этого момента все началось. Вот с этого момента я начал зарабатывать. Посмотрите мой путь к миллиону. Сколько я там заключаю сделок в день? В месяц я торговал, ну, 10 дней максимум в месяц. Я не херачил по 10 часов, по 40 сделок. Я такого не делал, потому что эта дорога, блин, в ад. Так что, ребята, какой мы сделаем вывод со всего сказанного? Вводите риск-менеджмент в свою торговлю.
это и есть реальный грааль, который поможет вам стабильно зарабатывать. Этому почему-то никто из трейдеров не учит. Все рассказывают про свои супер-мега-стратегии, херачат лям. Если вам нравится такой подход, смотрите их. Но потом вы поймете, что это вам не поможет. Вам поможет риск-менеджмент. Много людей уже говорили, да это все херня, я тебя не буду смотреть, дизлайк, отписка. Ты какую-то херню начал толкать, я пошел на другие каналы. Потом возвращались и говорили, да, риск-менеджмент реально работает. Извини, Тарас, я был неправ. Так что на этом я с вами буду прощаться. Я думаю, это видео реально было для вас полезным. И вы в очередной раз убедились, что риск-менеджмент работает. Кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по заработку и обучению. Там я даю сигналы каждый день в 17:00, торгую вместе с вами. Первая ссылка в описании, вторая ссылка в описании. Это статистика моих сигналов. Третья ссылка в описании, это наш канал по торговле, куда подписчики присылают свои видео. Там очень много интересной и полезной информации. Не забудьте подписаться на мой основной канал. Вот сейчас зайдите и подпишитесь. Обязательно, обязательно, обязательно поддержите это видео лайком. Всем удачной торговли, больших денег, пока!